Демографическая перезагрузка, объявленная президентом страны, в действии. В регионах идет прием заявлений на государственную поддержку семей, имеющих детей. Хорошая новость для тех, у кого в этом году появился или появится второй ребенок. Они не только получат материнский капитал, но и могут рассчитывать на ежемесячные выплаты из него. В клиентских службах пенсионного фонда тоже идет прием заявлений. Семья Ефимовых из Цивильского района подала его в числе первых. У Алены Ефимовой на днях родился сын. О том, что после рождения второго малыша теперь положены выплаты, она узнала недавно. Доход семьи не так уж высок. Деньги, которые с этого года можно будет получать из материнского капитала, станут хорошим подспорьем. Мама уже знает, на что их потратит в первую очередь. Конечно, рада. Это все равно как бы поддержка молодым семьям по достижению ребенка 1,5 лет. Пока я буду сидеть дома. Много чего нужно детям. Как бы сначала все равно на корм и на памперсы. Покупать коляску, мебель надо купить детям. Очень много уходит, немало денег уходит. Главное условие такой выплаты – доход на каждого из членов семьи не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума. В Чувашии это около 14 тысяч рублей. Теперь каждый месяц на счет мамы будет поступать почти 9 тысяч рублей. Можно было и на жилье, конечно, но жилье пока есть. Все равно это ежемесячная поддержка немалая. Подать заявление как на ежемесячную выплату, так и на материнский капитал можно в пенсионном фонде или в многофункциональных центрах. Необходимо предоставить справки обо всех имеющихся доходах в течение года. В расчет берутся зарплаты, пособия, алименты или, если имеются, стипендии и пенсии. Заявление можно подать в течение 6 месяцев после рождения, и выплата ежемесячно будет определена с дня рождения. Если заявление поступит позднее 6 месяцев, ежемесячные выплаты будут производиться со дня подачи заявления. Такая ежемесячная выплата выплачивается в течение 1,5 лет, но на второе полугодие, на второе вот 6 месяцев необходимо подать второе заявление. Сертификат женщина может получить в течение месяца после рождения ребенка. И уже через 10 дней после этого начнут поступать первые деньги. Рифат Фаткуллин, Александр Петров, Республика.